Леонара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио. Учебники. Познание мира. Пятый класс. Путешествуем и познаем природу. Пятая тема. Во время Карабахского конфликта некоторые животные покинули эту территорию. Как по-вашему, в чем причина этого? Изменения, происходящие в природе, по-разному воздействуют на живые существа. Организмы приспосабливаются к этим изменениям. К примеру, некоторые бактерии выживают при температуре плюс 146 градусов, а некоторые растения и животные не погибают при температуре минус 70 градусов. Есть и такие организмы, которые не являются стойкими к изменениям среды. Например, большинство растений и животных, приспособившихся к жизни на суше, погибают при сильной жаре или морозах. Всем нам известно, что Солнце – источник жизни. Однако, если изучить его воздействие на живые существа, то мы увидим, что лишь часть его лучей достигает поверхности Земли. В солнечных лучах содержатся невидимые невооруженному глазу ультрафиолетовые лучи, оказывающие сильное воздействие на происходящее на Земле. Часть этих лучей препятствует озоновый слой атмосферы. Если не было бы этого слоя, то солнечные лучи уничтожили бы все живое на Земле. Следовательно, живые существа приспособились к солнечным лучам, достигающим Земли. В малом количестве эти лучи благотворно воздействуют на организм. Благодаря этим ультрафиолетовым лучам в организме человека вырабатывается витамин В. У детей с недостаточным содержанием в организме этого витамина бывают слабые кости, большая голова, слабая сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Для предупреждения подобных случаев, врачи рекомендуют гулять с маленькими детьми на свежем воздухе. Но слишком большое количество солнечных лучей вредно для здоровья. При длительном нахождении под воздействием солнечных лучей возможны солнечные удары и ожоги кожного покрова. В настоящее время в некоторых местах наблюдается разрушение озонового слоя. Лучи, проникающие через озоновые дыры, наносят вред живым существам. В результате у некоторых людей либо возникают, либо стремительно прогрессируют различные болезни. Поэтому врачи рекомендуют оставаться дома в определенные дни, когда усиливается воздействие ультрафиолетовых лучей на Землю. Ядовитые газы, выбрасываемые в атмосферу заводами, выхлопные газы автомобилей, химические вещества, сливаемые в воду, оказывают воздействие на растения и животных, на здоровье людей. Изменение среды, жара и засуха, сильные морозы, извержения вулканов, пожары приводят даже к исчезновению некоторых видов животных и растений. Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио, учебники. Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видеоуроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.